Сегодня готовлю очень вкусные нежные блинчики. Здесь у меня 2 яйца, чайная ложка соли, 3 столовые ложки сахара. Все хорошо перемешала. Добавляем 250 мл теплого молочка. Ложечки разведу 1/2 чайной ложки соды. И я залью, у меня здесь только что вскипел чайник. Чуть-чуть кипяточка, так не будет чувствоваться сода в блинах. Мы ее загасили. Отправляем соду в массу нашу. Хорошо перемешиваем. Добавляем постепенно муку 150 грамм. Сразу всю не добавляем, постепенно в 2 этапа. Хорошо перемешиваем. Масса у нас получилась густая. Мы добавляем 150 мл водички и разводим наши блинчики. Теперь тесто хорошее для блинов получилось. И добавляем 2 столовые ложечки растительного масла. Все, постоит 15 минут, и мы жарим блинчики. Вот такое тесто по густоте у нас получается, как сливочки. Все, и жарим блинчики. Вот такие они с дырочками. Блинчики из-за соды немножко поднимаются. Я люблю такие. Я тонкие блины не люблю. На каждый готовый блинчик я кладу сливочное масло. И так все пережариваем. Такие блиночки у меня получились. Они пышные, вкусные. А с малиновым свежим вареньем такая вкуснота будет. Вот я заготавливаю вот такие баночки, бутылочки. Осенью делаю, собираем, с сахаром перебиваем. И хранится хоть бы что. Вот такая вот густая малина. Всю зиму в холодильнике вот в этих бутылках простояла. Даже ничего, вкусно, ароматно. С блинчиками самое то. Готовьте!